Здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить гречневую кашу с шампиньонами и луком. Вот так я грибы есть не люблю, но жареные шампиньоны, если они поджарены хорошо, это одно из немногих исключений из этого правила. И поэтому сейчас для начала сразу поставим варить гречку. Варю гречку я не совсем так, как варят ее все остальные. Я люблю, чтобы она была не переваренная в усмерть. Лучше пусть она будет немного недоваренной. Вот, сейчас наберем воды. Я гречку никогда не промываю. А воды беру достаточно много. Лишнюю воду просто потом сливаю. Ну и плюс, если что, можно еще и гречку с молоком поесть будет, если гречка останется. Так что это очень хорошо. Гречку варить быстро. Главное не проглядеть, чтобы она не разварилась. Разваренную гречку я не люблю, когда зернышки вот начинают развариваться, это уже все. Это уже не мой вариант. Так что гречки я добавляю побольше. Так как она крупа универсальная, с ней можно есть все, что угодно. Вот из крупок моя самая любимая крупа. Сразу посолю. Вот. Плита у меня индукционная. Ну, вот такого количества соли вполне будет достаточно. Все равно лишняя вода у меня вся уйдет. Если там что-то и недостаточно промыто, это не страшно, так как воду я сливаю, это все уйдет. Все уйдет. Первое время я включу гречку достаточно быстро, чтобы она грелась, а потом, соответственно, замедлю нагрев, чтобы она потихонечку варилась. Вначале я на бустер поставлю. Так. Вот, ставлю на конфорку, включаем плиту, ставим нагрев на бустеры. Ну и все. В общем, надо ждать, пока она закипит. А пока начнем. Вот. Я не знаю, что надо жарить сначала. Лук или грибы. Так как грибы я готовлю в первый раз в жизни вообще. Поэтому не могу точно ответить на этот вопрос. Thank you.
Как по мне, гречка полностью уже сварилась. Видите, ничего не разваливается. Она такая упругенькая, но мягкая. Вот. Thank you.
Ну вот, все, что можно уже было, я нафотографировал. Теперь вот хочу продегустировать, наконец-то. Посмотрим. Самые зажаренные, самые вкусные должны быть. Очень вкусно. Могу сказать, очень вкусно. И лук чувствуется, и грибы чувствуются. Но грибы, они такие вот зажаренные, сладковатые, сухенькие, прям как я люблю. Ну, не то чтобы они прям сушеные все, но там они сочные, но сок как бы, ну, не грибной. Потому что вкус грибов у меня ассоциируется с невкусным вкусом, а со вкусом вкусных грибов, скажем так. В общем, очень вкусно. Пойду есть. Готовьте. Вот. Наслаждайтесь едой. Пробуйте готовить новые блюда, интересные, красивые. Но красивые, к сожалению, я пока еще не умею. У меня все оформление навалил кучей. И, в общем, как получилось, так получилось. Вот. Ну, в общем, всем спасибо, что смотрели. Возможно, мой опыт приготовления кому-то поможет. Может быть, кого-то вдохновит готовить дальше. Вот. А так, я увлекаюсь еще и растеневодством, но видео по растеневодству, к сожалению, пока не выходят, пока я не попаду на дачу. Там помидоры мои. А по кактусам, вот по орхидеям постепенно я потихонечку делаю разные видео, когда у меня что-нибудь интересное происходит. Всем спасибо. На сегодня все.